«Студ «Весенние соловьи». Во Дворце молодежи прошел второй этап фестиваля молодых исполнителей эстрадной песни «Первая высота». Синих небес, фантастический свод, темный загадочный лес. Это только название женского квартета «Элегия» навевает задумчивую грусть. Сами девушки несут весеннее настроение в массы и голосом, и внешним видом. Маленькие черные платья и свежий цветочный акцент. Мы хотели бы выразить себя и в костюме тоже, не только выбери репертуар, но и в костюме. Нежность, красота, весна. Участники коллектива «Евроджем» привыкли блистать на сцене, но не забывают и о закулисных репетициях. Главный ритуал исполнителей – перед выступлением заняться смехотерапией и телепатически обменяться энергией. Просто посмеяться перед выступлением. Нам взгляда хватает. Мы друг друга чувствуем, мы настолько уже вместе слились, и у нас душа единая. Коллектив с одной на всех душой. Когда на сцене «Евроджем» – зритель в плену. Песня про Олесю, но не ту, что в белорусском Полесье. Выходя на сцену, ты живешь этой песней, и ты просто вкладываешь в нее душу и пытаешься смысл и душу этой песни передать самому зрителю. Не голосом единым жив эстрадный исполнитель. Певец должен поразить своего зрителя и членов жюри в самое сердце. И здесь нет мелочей. Человек выходит на сцену, естественно, зритель сразу же обращает внимание и на походку, и на прическу, и на обувь, и на, так сказать, вообще просто внешний вид и имидж, как он себя вышел в образе. Это очень важно. Ну, естественно, это и актерское мастерство, это и прекрасный вокал, это отрежиссированный номер, желательно, чтобы была какая-то еще хореография. То есть, если говорить в целом, конечно, это моноспектакль. Один эстрадный номер – это моноспектакль. Моноспектакль, как показал конкурс, вообще может обойтись без слов. Зато известная мелодия, розовые аксессуары и отличная постановка сделали свое дело. Юлия Комкина, Сергей Дорохов, телеканал «7».